В непростое время нам выпало жить. Тысячи мужчин взяли в руки оружие, чтобы, как их деды и прадеды, защитить от фашизма нашу мирную и спокойную жизнь. А дома их ждут с надеждой и терпением. Семья – опора для воина, надежный тыл, источник сил и поддержка боевого духа. В стране с уважением и благодарностью относятся к семьям героев. Одно из подтверждений – фотопроект «Жена героя». Это галерея фотографических портретов женщин, чьи мужья, сыновья, братья защищают родину в зоне специальной военной операции. Первая съемка у нас уже состоялась 13 августа. И так у нас и съемки не прекращаются. То есть плановые съемки у нас были в октябре, ноябре. Сейчас проходила съемка 13 января. И есть внеплановые. Мы подстраиваемся под каждого участника, когда ему удобно. Галерея растет. Просто на данный момент 33 портрета. А в галерее очень много. Там стоили 150 у нас портретов. К проекту присоединяются женщины во всех регионах. В Подмосковье, в частности в Щелкове, его инициировала общественная организация «Союз офицерских жен» при поддержке Щелковского отделения «Единой России» и «Молодой гвардии». Выставка уже побывала в ОСК Подмосковья, а теперь развернулась в образовательном центре «Романтик». На открытие пришли участники движения «Юнармия», движения «Первых» и других молодежных патриотических организаций, члены семей военнослужащих. Сегодняшняя фотовыставка значима потому, что многие наши мужчины находятся на защите нашей Родины. Конечно, важно донести нашим детям информацию, которая сейчас, сегодняшним днем происходит, о патриотизме. Мы знаем, что эта тема проходит сегодня красной нитью. Патриотическая фотовыставка рассказывает о женщинах, которые живут в тревоге за близких, сохраняя мужество и терпение, веру, надежду и любовь. Портреты выполнены профессиональным фотографом Ангелиной Энговатовой. Отличительная черта работ – все участницы проекта сфотографированы в мундирах своих супругов. Это символизирует, с одной стороны, бремя и ответственность, которые легли на хрупкие женские плечи, с другой – тепло и защиту любимого человека. Большая благодарность основателям, руководителям этого проекта. Это очень большое дело. Большая благодарность этим девчонкам, женам, матерям, всем-всем, кто поучаствовал в этом замечательном проекте. Это большой-большой вклад. Большой вклад для тех ребят, которые стоят там и стоят за наше мирное время, за наше чистое, спокойное небо. Для них это очень важно. На выставке «Жена героя» также представлены витрины с образцами военной экипировки, которые предоставили семьи участников СВО. Она, безусловно, будет интересна и детям, и взрослым. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.